Я хотел бы поблагодарить и выразить свою признательность за приглашение принять участие в этом военно-морском салоне и за возможность отметить память о Дервише, первом конвое, который прибыл в Советский Союз во время Второй мировой войны. Американский фрегат «Кар» прибыл в Санкт-Петербург 28 июня. Местная пресса атаковала капитана корабля интересными вопросами. Команда корабля устроила теплый прием российским ветеранам полярных конвоев. Ветераны позавтракали, прогулялись по кораблю, а затем сфотографировались с американскими моряками. На следующий день американские моряки помогали с ремонтом в одном из детских домов Санкт-Петербурга. Дети были очень рады таким гостям, в особенности возможности сфотографироваться с ними. We also have an officer that tells the sailor where to go, and we do that using this phone right here. Как видите, дети тоже побывали на корабле, где очень хорошо повеселились. Они примеряли форму и ели очень вкусное мороженое.